Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 15 марта. Федот ветронос. Федот снежный занос. Существовало когда-то поверье, что на Федота все подземные ключи закипают, выливаясь на землю последней оттепелью. А если вместо ожидаемой оттепели мороз случался, вздыхали, сокрушенно разводя руками, Федот да не тот. Но еще большее огорчение приносили сильные ветры и снежные заносы. Ведь если Федот злой, не быть рано с травой. А она свежая, зеленая, аппетитная, так нужна была. На сене и соломе какой с коровой удой, да и их экономить приходилось. Что если разгуляется зима, разыграются метели, решив еще недельку-другую по земле покуролесить? Стоит ли от них хорошего ждать, когда даже Федот и тот вместо долгожданного тепла снежком порошит? А коль на Федота занос, пойдет скотинка под снос. Впрочем, сильный снегопад, да еще при холодном порывистом ветре, не только скотине ощутимый ущерб наносил, но и всему крестьянскому хозяйству. Поэтому торопились люди из хлева во двор, со двора в сад, чтобы стряхнуть с отяжелевших деревьев налипший снег, удалить сломанные ветром ветки, залечить раны. В общем, работы в мартовском саду было немало. Да и в доме, и во дворе забот хватало. Обязанности в русской семье распределялись согласно традиционным представлениям об укладе жизни. Прядение, шитье, вышивание, уход за скотиной, приготовление пищи были исключительно женскими обязанностями. Мужчины зимой прогоняли смолу, заготавливали дрова, охотились, занимались промыслами, а теперь они продолжают подготавливать сельскохозяйственный инвентарь, который, ох, как скоро уже пригодится. Их ожидает работа в поле. Во время посева старший сын в семье пашет, отец сеет, а младшие сыновья, подростки, боронят. Замужние женщины во время посевной сажают в огородах овощи, а девушки занимаются рукоделием и помогают по хозяйству. По окончании посевной мужики начинают готовить поля подозимые, работают до самого сенокоса. Женщины и девушки ходят в березовые рощи за берестой. Из бересты делают посуду, туйса, берестяные крынки с плотно прилегающей крышкой, бураки, большие круглые кузовки тоже с крышкой. Берестянки, небольшие горшочки, кружки. Такая посуда обладает удивительными свойствами. Не пропускает влагу, сохраняет температуру. Даже в жаркий летний день молоко или квас, налитые в берестяную посуду, остаются холодными. В больших туесах люди солят грибы, хранят мед, квашеную капусту. Делают из бересты и наберухи. Корзинки для сбора ягод и грибов, а также шкатулки и сундучки. И если сбор бересты был занятием женским, то посуду из нее делали уже мужчины. Во время сенокоса, жатвы мужчины и женщины объединялись. После того, как урожай был собран, мужчины вывозили его с полей, а женщины в деревнях собирали на огородах овощи. Девушки, как правило, убирали лен. Молодьбой занимались всей семьей, преимущественно по ночам, так как стебли льна становились мягче от ночной влажности и не ломались, что было важно для будущего волокна. А затем будут прясть нити, ткать полотна и шить уютную мягкую льняную одежу, и навечно останутся слова, подмеченные нашими предками. «Лен тем силен, что всех одевает он». Или «Кто одет в лен, тот здоров и силен».
а усталость окупится душевной благодарностью милых сердцу людей, ради которых все это делалось. Это лишь частичка из того, чем полны были заботы и богат быт народа. Братья месяцы.